Дань палехскому искусству отдали жители областного центра. Памятная доска появилась на доме номер 10 по улице Палехской в Иванове, чтобы о мастерах небольшого поселка Ивановской области знал каждый. Место выбрали совместно. Мы совместно с палешанами. Ну, это симпатичное достаточно здание. Потом здесь творческое объединение «Классика», в котором проходит очень много концертов, встреч музыкальных и литературных. И интеллигенция знает это место, оно уже намоленное. В зале «Классика» открылась выставка палехского искусства. В основном здесь фотографии, подлинников совсем мало. Работы разные, некоторым уже не один десяток лет. Это оригиналы иллюстрации для книги «Сын России». Легендарный Юрий Гагарин в узнаваемом стиле палехской росписи. Сами художники признаются, торжественности 2014 года они не чувствуют. Да, лаковые миниатюры действительно 90, но мастера этому значения не придают. Для художника нет такого юбилейного. Ну, а на следующий год, может, для художника будет творческий он даже лучше, чем этот. Поэтому это чисто такая административная дата, а художник себя ощущает всегда после сделанной работы удачной. Вот тогда у него юбилейный год. Основные мероприятия, посвященные празднованию юбилея лаковой миниатюры, состоятся в Холуе и Палехе. Именно там пройдут самые интересные выставки и мастер-классы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.